Если говорить четко, то это Friday Night Funkin. Подписка, лайк и колокольчик нажми сразу, чтобы потом не забыть. Ребята, всем привет! Да я знаю, на моем канале не было видео почти 2 недели, и за это время я уже успел по вам соскучиться. Лето вот-вот начнется, и с ней приходит просто кучу... Нет, не кучу, а тонны работы, которая забирает, ну скажем так, дофига времени. Примерно из-за этого у меня мало времени остается на YouTube. Но все же, несмотря ни на что, я вас не могу бросить и снимаю для вас крутой контент. Оставлю пока эту болтовню в сторонку, давайте-ка поглубже узнаем о теме этого видео и самой игры Friday Night Funkin. Скажем так, все мои коллеги уже лепили эту игру. Один я остался слепить кого-нибудь. Порылся в интернете и нашел вот такой интересный арт с персонажами Скид и Памп. И так как я давно не лепил картины, подумал, что нужно возвратить эту тему. Я очень надеюсь на то, что вам понравится этот проект, ведь я очень сильно старался. И специально для тех, кто не в курсе, я хочу рассказать вам... Хотя... Чувак, я сам не знаю ничего про эту игрушку, ну что ж... Погнали тогда, зачем тянуть резину? Friday Night Funkin – бесплатная игра с открытым исходным кодом, разработанная канадским программистом. Сюжет именно в том, что игра разделена на отдельные недели, в каждой из которых есть по 3 песни и новый противник. Причем недели изначально добавляются периодически. Игрок берет на себя роль голубоволосого парня по прозвищу Boyfriend. Часто сокращено как BF, который хочет встречаться со своей девушкой. Вместо слов он произносит пикающие звуки, как и практически все игровые персонажи. Girlfriend видит в нем талант и обучает его рэпу, сидя на колонке и в дальнейшем сопровождая главного героя во всех следующих неделях. Ну а кто же такие Скид и Памп, я тоже хочу вам рассказать. Скид и Памп – это маленькие дети в костюмах на Хэллоуин. Скид носит костюм скелета, состоящий из черного костюма с белыми линиями и кругами, представляющий кости и маски головы черепа с черным отметинами вокруг рта. Памп носит костюм тыквенного человека, состоящий из черного костюма с белой рубашкой под ним, белых перчаток и маски на голове из тыквы. Пара работает в тандеме Скид, покоящимся на голове Памп. У них есть общий микрофон, хотя по умолчанию Памп держит его в левой руке. Они используют жуткий танец всякий раз, когда не поют. Примерно вот такую информацию я смог найти. Кстати, я почти закончил костяшку, предлагаю дальше вам смотреть ролик под музыку. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Ну что ж, ребят, приятного просмотра. We'll be right back.
Так, ребята, видосик подходит к концу, ну а у меня получилась вот такая рамка по игре Friday Night Funkin из пластилина. Спасибо за просмотр, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а с вами был Влад, мне пора, всем удачи и пока.